Ежедневно управляющие компании Одинцовского городского округа проводят дезинфекцию подъездов и придомовых территорий. Обрабатываются даже дорожные знаки. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией областная госжилинспекция совместно с Ассоциацией председателей многоквартирных домов и органами местного самоуправления создала оперативный штаб для контроля за качеством этих работ. Местные депутаты, активисты отделения партии «Единая Россия» подключились к контрольной деятельности. На этот раз они проинспектировали бульвар маршала Крылова, а заодно выяснили, хватает ли средств для уборки. Вначале мытье полов, лифтов, все остальное. И потом уже идет обработка уже хлоросодержащим раствором. Все имеется, перчатки, спецодежда, все содержащие, хлоросодержащие вещества, все у нас в наличии, все имеется. Тщательной санобработке подверглись крыльцо и тротуарные дорожки. Все сотрудники управляющих компаний применяют распылители и обязательно работают в масках и перчатках. Средств защиты у них предостаточно. Задействовано больше 300 людей по всем жилым фондам Транссельстроя и Домсервиса. Все дома обрабатываются, везде и всюду химикаты необходимые, материал необходимый. Все имеется в наличии в домоуправлениях. На улице Молодежной идет ямочный ремонт. Единороссы приехали туда, чтобы проконтролировать ход работ и убедиться, что они идут по плану. Кстати, Одинцовский округ в числе лидеров региона по количеству устраняемых ям в 2020 году. С 1 апреля посредством специального приложения СКПДИ «Ямы во дворах» было зарегистрировано более 7 тысяч ям, 2 тысячи из которых уже устранены. Несмотря на режим самоизоляции, территорию муниципалитета продолжают приводить в порядок. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».